Кто-нибудь, следующий пошел. Миша, записаться нужно? Вы ведь, ребят, посмотрите, кто участвует. Здесь Федерация бокса присматривается. А вдруг у кого-нибудь хороший удар, так мы возьмем заниматься. Нам чемпионы нужны. Женя готов. 234. 247. Сегодня в Первомайском сквере Новосибирска. 324, неплохо. 15 лет в детскую категорию входит. Сегодня в Первомайском сквере Новосибирска проходит День боксера. Заранее объявленное официальное мероприятие. Именно на той точке, на которую заявились сторонники Навального, чтобы провести митинг против повышения пенсионного возраста. Как говорят представители органов власти, этот митинг здесь не разрешен. Поэтому давайте посмотрим кругом. Не очень заметно, но есть и многие представители органов власти и полиции. Серьезно подготавливается. 257. Немножко съехала рука в сторону. Даже я увидел. Отойду, чтобы видеосъемку можно было сделать. 246. И 351. Молодец. Прохожие соревнуются, вернее, парни соревнуются в способности нанести удар по измерительной груши, но почувствуйте саму иронию, тонкую иронию, устроив день выборов на том месте, где ожидался или ожидается, возможно, митинг, устроить день боксера. Ну, постараюсь показать, что происходит. Вот сейчас покажу полицейских и полицейскую наблюдательную машину. Здесь и пресса немало, журналисты ведут съемку. Наблюдатели, блогеры. Ну, всех, наверное, притягивает возможность скандала. Вот начальники стоят, полицейские. О, здесь вот свой митинг. Несанкционированный. Первомайский сквер довольно сильно насыщен. Вряд ли, что я такое говорю, это не русским языком. В Первомайском сквере довольно много стало гулящих, потому что дождь, который был с утра, он прекратился. Просто пасмурная погода в Новосибирске, прохладно. Но вполне удобно для прогулок. Вот люди гуляют. Вот еще одна наблюдательная машина и полицейский автобус. Думаю, есть и другие полицейские силы, но они где-то чуть дальше. Каждый угол пространства около фонтана занят. Вот, например, здесь должны проходить соревнования или что-то, какие-то тесты по ГТО. Можно подтягиваться. Судьи сидят, а вот участников нет. Ну, может, их просто участников и не пригласили. Не знаю. Здравствуйте. Вы зачем сюда пришли? Я пришел сюда. Я вообще хожу на все мероприятия. А на какое? Сегодня что ждете? День боксера? Нет, ну, боксом я тоже когда-то по молодости увлекался, но потом бросил это занятие, в основном плавание. Коротко, зачем вы сюда пришли? Здесь была информация, что здесь пройдет митинг по пенсионной реформе. Понятно, кинули, спасибо. Кинули. Кто кинул? Ну, я не знаю, кто кинул. Ну, явно, что не я, потому что я сам пришел к разбитому корыту. Понятно. Как тот дедушка. Но... Это такой уличный поэт Васильевский. Вот журналисты тут скопились, ждут сюжета, готовят аппаратуру, протирают объективы. Давай. Ну покажи хоть какой объективчик-то. О, серьезно. Давай. 440 без перчаток. Вот, пожалуйста, первый спортсмен, который без перчаток.
514, там улетает! Вот вам, пожалуйста. Давай, Леха! 557! Это явно нужно международного рекорда за 700 килограммов. Теперь левая рука. Вот вам и новый лидер. 340. Вас слабовато, честно говоря. Сам расстроился. 363. Увеличение идет. И последний удар. 3 попытки. 400. 89. Так переспросил и добавил в разы. Как зовут у нас героя? Алексей. Алексей. Кстати, Алексей у нас тренер спортивного клуба «Первомаец» по боксу. Вот, пожалуйста, тренер своим воспитанникам личным примером показывает, какую силу удара нужно держать. Аплодисмент Алексею, у нас новый лидер. Смотрите, 557, 489, это за 1000. Общая сумма левой и правой рукой. Итак, продолжаем наш открытый чемпионат по силе удара. Любой житель Новосибирской области, новосибирский гость столицы Сибири может принять участие. У нас следующий участник. 139, категория дети. Могут участвовать девушки, мужчины и даже пенсионеры. 135. 130. Ребят, смотрите, сколько камер здесь вас снимает. Вот, пожалуйста, видят, какой спортивный Новосибирск у нас. Насколько спортивен город? И 152! Праздник спорта здесь, Первомайская скверии. 133. Хороший результат. Как зовут и сколько лет? Дмитрий. 10 лет. Аплодисменты для 10-летнего парня. Очень хорошая сила удара. Аплодисменты Дмитрию. И у нас следующий участник, это, я так понимаю, взрослая категория. Девушки, кто желает, кто здесь? Женщины, девушки, можете попробовать. Если кто никогда грушу не пробовал на силу удара, то есть сюда собрали боксера, вы понимаете иронию, да? Или на место митинга собрали боксеров Новосибирска. Очень случайно, конечно, совпадение случайно. Здорово. А, вы что видите? Да. Привет, здравствуйте, господа активисты. А вы зачем сюда пришли? В боксе поучаствовать? Да. Мы хотим посмотреть на спарринг между народом и властью. Между боксерами и между народом и властью все-таки. И хотелось бы увидеть нокаутирование вот этой вот беспредельной. А кто кого будет нокаутировать? Ну, хотелось бы, чтобы народ, конечно, победил. Понятно. Вот почему-то пока дюлями огребается именно народ. Молодец! 228, еще 228. Вот там девчушка маленькая бьет. Теперь левой рукой будешь бить? Молодец, левый, пробуй. Молодец. Еще давай, еще я сейчас скажу, что это будет. Давай. Я учитываю, что все, что мне обязательно найти его, поскольку, если верить, конечно, словам видео ролика, вот Алексей Навальный есть. Я в порядке. Ну да, да, поддерживаем. Что поддерживаете? Сегодняшнее мероприятие протестное. А какое поддерживаете мероприятие? Против пенсионной реформы. Против пенсионной реформы, да, понятно, спасибо. Против повышения возраста, но за реформу мы организуем. Могу узнать, зачем вы сюда пришли? Ну, мы против пенсионной реформы, то есть... Понятно. Понятно. Понимаете, то есть... Дальше ясно. Мне только на общий термин. То есть мы не доживем. Вы не доживете? Здравствуйте, а вы зачем сюда пришли? В боксе поучаствовать? О, нет. А зачем? Пришли за пенсии свои отстоять. Пенсии отстоять? Так вам же не скоро на пенсию. Ой, время так быстро летит. Вы тоже, наверное, Тимур, думали, что вам не скоро на пенсию, да? Я думал, что мне через год, а оказывается, через два. А, нет, в юном возрасте я тоже, мне казалось, что это не скоро, да. Ну вот. Так, а что там происходит?
нет, обманывать тоже нехорошо, ребят, говорим тот возраст, который есть. А что там происходит вокруг? Ну что, поехали. 315 результат. Ребята, а, вот и полиция. Они не знали, что он так немножко дальше. Бывает. Наряд стоит. Еще тут какие-то люди. Здравствуйте, здравствуйте. А вы зачем сюда пришли? Я пришла выразить свое несогласие с реформой пенсионной, да, и почему? Потому что я-то 18 лет уже на пенсии, меня больше беспокоит судьба моих детей и внуков. Спасибо. 199, отлично. Целый час уже идут наши соревнования, вы посмотрите, сколько мы уже проверили на силу удара. Желающих еще много, как я вижу. У нас, кстати, будут еще соревнования на скакалке. Боксеры, они ведь тренируются очень часто со скакалкой, потому что это увеличивает скорость и выносливость. Поэтому будем засекать время и на скакалке, но чуть попозже. Пока силу удара проверяем все желающие, кто хочет принять участие. Дима у нас принимает участие сейчас. Дима, 380, отлично. 415, Дмитрий. Сколько лет Дмитрию? 18. В армию уже скоро. 482. Вот такие защитники Отечества у нас есть. Сильные, мощные, могучие. Следующий участник. Итак, Шахбоц уже участвовал, мы его не выпускаем, у него уже есть результат. Так, как зовут? Эдгар? Эдгар. Вы знаете, мне кажется, я из Эстонии выйду, если попробую. Но пробовать не буду. Мое направление будет футбольное. Да, надо добавлять что-то. Ребят, друзья, недовольны. 240, уже лучше, да? 272, ты левая. Может, у него левая мощнее. Здравствуйте, могу узнать, меня Тимурхан назвал, могу узнать, зачем вы сюда пришли? Ну, проходили посмотреть. На боксера посмотреть? Я посмотрел, тебе сколько лет сейчас? 19. Короче, тебе нужно записаться в Академию бокса Сиди. Потренироваться надо. Друзья помощнее бьют. Не в обиду. А, где в гаяте? Ты говори меня. Ну ладно. Все, ты все участник, как присмотрел. Там зовут. В обиду. Здесь все участки будут. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы тоже в ожидании событий? Да, вместе с вами. По-моему, наблюдателей больше, чем участников всех мероприятий. Во, что я вижу. На, ваши уже здесь. Тоже, вы тоже видите трансляцию? Да. Куда? Перископ. Перископ? У меня Facebook. Надо рофлить срочно, нужно что? Давать интервью 49-му каналу, говорить, вот посмотрите на меня, мне типа 75 лет. А что такое? Почему не уходят? Что вы говорите? Почему не уходят? Почему не уходят? Вон стоят. А почему они должны уходить? А потому что в 2 часа митинг. Ну, вероятно, у них другие планы. А вы пошли, на митинг, да? На митинг. Понятно. А вот уже и символика, человек с флагом. И не один. О, вы с флагом пришли? Здравствуйте, а зачем? Да. Ну, чтобы показать, что я люблю Россию. Это связано с выборами или еще с чем-то? Это связано не связано с выборами, а связано с тем, что я не против России, а против Путина. Против чего? Против Путина. А сколько вам лет? Мне 14 лет. 14 лет. Первый раз таки так с флагом пришел или не да, первый раз? Ясно. Может быть, ты на митинг пришел или на боксерский на день, на день боксера, на митинг? Знал о митинге заранее? Да. А о том, что власти против митинга в курсе? Да, конечно. Ты все равно пришел? Да. Не боишься? Нет. Ну, что? Спасибо. Что? А ты куда пришел? А что за митинг тут, что ли? Против чего? А, ну да. То есть здесь собрались люди сразу на два дела. Одни пришли на день боксера, другие на митинг против пенсионной реформы, в том числе весьма юные и уже с флагами. Приветствую.
останавливаюсь. О, нет, там сюда, я там сюда. Да, там в обувь. Здравствуйте. Почему с флагом? Вы пришли на день боксера с флагом? Да, мы болеем за российских боксеров. Понятно. Боксеры подходили? Нет. К счастью, не подходили еще. То есть вы пришли сюда исключительно по поводу дня боксера, правильно? Конечно. Или какая-то другая цель еще? Или какая-то мы еще есть очень цель? Озабочены, что они не успеют ничего достигнуть до старости, поэтому пришли их поддержать морально. Ясно. А сколько вам лет, я могу узнать? 18. 18. 22. То есть совершеннолетний. Сколько вам? 22. Тоже до пенсии еще далековато. А? Почему? Я пришла. Заявитель. Все, отлично. Да. А вы заявитель? Я заявитель. Еще раз ситуацию объясните, пожалуйста, что за митинг и почему вы считаете, что он согласован? Как вас зовут? Меня зовут Жукова Дарья. Я пришла на митинг, потому что я его заявила. Я подала уведомление в мэрию, а так как у нас уведомительный характер, то после уведомления нам не предложили никакой альтернативной площадки, и, соответственно, митинг считается согласованным. Но время уже наступило для митинга вроде? Да, время уже наступило для митинга. Вы будете использовать какую-то аппаратуру? Нет, скорее всего, не будем использовать аппаратуру, потому что администрация считает митинг несогласованным. Вы будете его проводить? Да. Вы ожидаете противодействия органов власти? Да. Вы готовы нести ответственность, если вас привлекут за какое-то незаконное действие? Конечно, я делаю это абсолютно осознанно. Я знаю, на что я иду. Потому что я считаю, что это нужно делать. Зачем? Потому что у нас в стране власть действует не экономически неэффективно, чем вызвала дыру в бюджете и дыру в пенсионной сфере. А вы понимаете, что своим призывом на митинг часть людей вы подставляете под возможное воздействие органов власти, в том числе там задержание, административную ответственность? Вы как вы к этому относитесь? Я считаю, что каждый, кто пришел сегодня на митинг, он сам решил это сделать. И он делает это не ради нас, нашей организации, а ради себя. Осознанно? Осознанно. А ваша организация, это что? Штаб Навального. Штаб Навального. Вы представитель штаба Навального, вы организовали митинг, полагаете, что он легальный, при том, что власть так не считает. Я все правильно сказал? Да. Спасибо за ваше мнение. К вам подходили представители органов власти или полиции? Пока нет. Пока нет. Они вас знают? Ну да, Полянский меня знает. Я же подавала уведомление. Понятно. Вот здесь возле флага. Возле фонтана. Смотрите, все фонтана получается. Покажу сверху ситуацию. Так, комментарии читать не могу, некогда. Вижу нескольких полицейских, подполковники стоят, полицейские. Напряженное ожидание. Боксеры заняты своим делом. У нас очень сильный тренер и подобный потомок. Юсуф у нас сейчас. 455, Юсуф, молодец. Хорош, начал. Вам поправить, закатился, вы. 480, выбирают, он грузил остановить, когда он. Ну,
326! Отлично, Иисус! Также напоминаю, что уважаемые родители на вас не любят. Добрый день. Это Гладченко, Бойко. Я не вижу, но Бойко в розыске, как бы, я себя правильно понимаю. Понятно, он придет. Я вам девочек спросила. Вы думаете, Бойко придет? Да. Ну, он обещал, да. Ну, так он нас всех и приглашал. Вот девочек спросил, говорит, будет. Ну, просто вот что-то как-то... Этих всяких переодетых и милиционеров больше, чем нормальных людей. Ну, по крайней мере, здесь немало боксеров, это явно. Каких? Боксеров. Да понятно, я так видела, когда вы... Как, у них мероприятие заявлено? Да, немножко вывихнул, у меня привычный вывих, это как, не проблема, уже даже не хромаю. Ну ладно, все, спасибо, извините, не буду мешать. Мероприятие в этот день, чтобы не было. Да, разумеется, стирать не умею. Я напоминаю, для тех, кто участвует, неважно, какая лицевая категория, потом у нас Лутовский Роберт, мы с вами будем видеть, я хотел бы... Алло. Ну, пока все мы все молча, но народ собрался, и боксеры, и не боксеры. Собрались уже. Надо все собрать, кто хотел. Ну, можно уже начинать, уже пора. Я думаю, ну они сейчас не знают. Да нет, я думаю, потом позвонить. Напишите мне, пожалуйста, как качество картинки и звука. Друзья мои, напишите мне, пожалуйста, как качество картинки и звука. Немножко еще сказал. Товарищ Вишня, приходите, встречайте меня. Кто сказал? Серега. Что сказал? Встречайте, вот и жду, когда вы подъедете. Там вон человек с плакатом есть. Где с плакатом? Вон стоит. Прямо возле палатки. Ой, далековато, мне нужно. Я думаю, что здесь предполагается. Здесь пожалуйста. Мы очень много людей настраиваются на наши праздники, конечно же. Кто желает еще принимать участие? Ребятишки, взрослые, пенсионеры. И на силу удара проверяем свои возможности. Также будем проводить конкурс пешка, как это очень похоже. А врач допускает, вот у нас тут даже травмированный подход. Подходи, разрешим, если... Главное, чтобы ты не пострадал больше. Пропустим сам, но сейчас давай, когда выступит, будет пройдет. Пока не мешай. Давай, как зовут? Виталий. 400 тысяч, сделай эту пыль, пошли. Такое впечатление, что этот флажок здесь не случайно. Как эдакий маячок. Поэтому я не отхожу. Хотя я не знаю, где могут. Сергей Бойко обещал. Сергей Бойко обещал сотрудникам центра, что он придет сюда в 14 часов, здесь, где намечен митинг. Все ждут, прям главное действующее лицо. Напомню, что Сергей Бойко уже заявился о своем желании баллотироваться на выборах в мэра Новосибирска. Кроме того, сегодня выборы проходят, день трезвости. Может быть, вот уже начинается немножко дождь. Может, он ждал, пока начнется дождь. Здесь есть и представители власти, я вижу.
Вон там Сергей Витальевич проходит, который отвечает мэрии за массовые мероприятия. Немало людей, которые обычно ходят на митинги, но и вдобавок разбавленные несколькими десятками боксеров и боксеров-любителей. По углам стоят машины с полицейского наблюдения. Вы смотрите, сейчас подниму, вы увидите. Привет. Как ваше здоровье? Спасибо, не дождетесь. Ну что, где ваши знакомые? Идем, Сергей. Ну, Бойко завернул интригу. Может, он где-то уже здесь, и мы его не узнаем. Замаскировался. Может, он... О, смотрите, как. Я вот хочу видеть сторожу нашего ректора. Он на это, знаешь, как реагирует? Как вот красная тряпка. Вот просто хочу посмотреть и снять выражение лица. Смотрите, а где вы, там камер нет? Есть. Так, ну что, митинг будет или нет? Вы это знаете, нет? Вот, даже с детьми, с малыми детьми люди, просто прохожие. Здравствуйте. А вы здесь зачем? Мы против пенсионной реформы, так называемой. Поэтому пришли на митинг? Да. Или на день боксера? Нет, мы на митинг. Что? День красоты сегодня. Еще день трезвости. Так, какое-то движение полиции я наблюдаю. Турнир по поводу силы удара кто сильнее в нашем городе. Сейчас выберем, а может быть кто-то из гостей. Посмотрим. Итак, у нас сейчас сила удара. Как зовут? Пока. Пока. О, я вижу над квадрокоптер над головами собравшихся. Квадрокоптер не самый профессиональный, но хороший. Почти профессиональный. Фантом похоже, по внешнему виду. Простите. Народ потянулся куда-то. 262! Так, осторожно, пропустите. Позор про путинских провокаторов. Говорят, про путинские провокаторы, кто-то пришел, какие-то Путин, беда России, какие-то люди. Почему у него паспорт никто не входит? Да это сотрудник полиции! Это сотрудник полиции! Всех приглашаем сыграть в шашки! Иди играй! С Путиным вместе! Найди фигуру! Маскировка снята.
Осторожно. Это не здесь у вас происходит, да? У вас как, какой-то человек, какая-то провокация. Вы в курсе, что там происходит? Вижу, что плакат бегает. Народ аплодирует на лозунг «Путин, беда России». Путин молодец, отец наш. Так это девушка держит, и бегает за ним куда-то по телефону. Рядом полицейский и журналист. Очень похоже на отвлечение внимания, специально или нет, но все сконцентрировались вокруг этого плаката и действий полиции. На площади довольно плотно собралось несколько сотен человек. Это мало. Извините. Извините. Опа. Покажите, пожалуйста, ваш плакат. С чем вы? Вот вам пример настоящей борьбы с коррупцией. Там написано? Пресса. Да, да, я теперь пресса. Спасибо. Это для тех, кто хочет... Это для боксеров специально, я написал, ну, что да, я пресса. Да, да, бронежилет. Да, бронежилет такой. Я надел такой, смотрите, желтенькую жилеточку, которую мне настоящие журналисты, настоящие друзья журналисты подарили, а на ней написано пресса. Это такой бронежилет. Люди сконцентрировались, не очень понятно зачем. Что там происходит? А над нами летает квадрокоптер типа DJI Osmo. О, DJI Mavic. Ну ладно, хотя бы так. Еще какие-то плакатики появились. Так, появились плакатики в стиле Навального. Пойдемте сюда, к этому месту покажем. Родился, потерпел, умер, пенсия. Покажите ваши плакатики мне на камеру, пожалуйста. Повышайте пенсию, а не пенсионный возраст. Выборы губернатора, спецоперация АП. Единожды слившийся, кто ж тебе поверит? Нельзя настолько бояться избирателей. Сюда покажите, пожалуйста, там белый плакат. Хочу дожить до пенсии. Так, вот подполковник. А над нами летает квадрокоптер, ведет съемку, но как-то он дергается так, как будто. Так, я не вижу комментариев, поэтому ничего отвечать не могу. Кто будет? Путин вор! 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 Путин вор!
Миллиардеры, грабят пенсионеров! 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 Давай пенсионный грабеж! 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 Насрать! Уважаемые присутствующие, я замначальника отдела полиции номер один, подполковник полиции Скобленко Александр Валерьевич. Вот мое служебное удостоверение, непросроченное, действующее. Обращаюсь к вам, как участникам данного несанкционированного публичного мероприятия в виде митинга. Предупреждаю вас об ответственности за проведение публичного мероприятия в нарушении федерального закона номер 54. Данное мероприятие не согласовано с органами местного самоуправления. В случае непрекращения проведения мероприятия вы можете быть привлечены к административной ответственности по статье 20.2. Повторите, мы не услышали. Камера, он обязан был это сказать, он сказал. Я сказал, все прекрасно слышали. Путина на нары! 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 Полиция с народом! Хорош служить уродом! Пять минут на сборы! Жулики и воры! 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 И нам совершенно эксцессов не надо. Молодежь должна что-то сказать, старшие послушать, весь мир посмотрит. Нет, а какой мероприятие? Полицейские начальники и сотрудники, ведущие съемку, находятся в окружении участников митинга. Между прихода Сергея Бойко. Очень много журналистов, но и собралось людей тоже несколько сотен. Вокруг фонтана, и уже не слышно почти тех, кто участвует в мероприятии, которое называется «День боксера», официальный, который здесь якобы разрешено. Вроде бы разрешено. Нет, это поймали, это верните наши пенсии! Вам надо? Верните наши пенсии! 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 Дайте бабушке Хватит грабить народ! Хватит грабить народ! Хватит грабить народ! Хватит грабить народ!
Мне покажите, пожалуйста. 404. Это законное мероприятие. 31-я статья Конституции. Это законное мероприятие. Путин вор. Украл наши пенсии. Путин вор. 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 У нас пенсия. Напоминаю. Путин вор. Путин вор. Путин вор. Путин вор. Путин вор. Путин вор. Путин вор и убийца. Это законное мероприятие. Наше право выходить на улицу, заявлять о своих требованиях. Путин вор! 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 У нас заявлено шествие до красного факела. Вы готовы идти? Да! Идем! Это законное мероприятие. Полиция и мэрия не имеют права нам мешать. Все красного факела. Путин вор! 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 Женщина-инвалид забывает. Путин вор! 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 Полиция, прекращайте защищать Путина! Полиция с народом! Хорош служить урода! Полиция с народом! Хорош служить урода! Полиция с народом! Хорош служить урода! Полиция с народом! Полиция с народом! Кончай служить уродом! 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 Прошу прекратить данное! Полиция с народом! Кончай служить уродом! Невыполнение требований! Прошу прекратить и требовать! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! На красный факел! На красный факел! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! На красный факел! 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 Шествие на красного факела! Оно законно! Оно законно! Оно законно! Шествие на красного факела! Это незаконно было запрещено! Вот так! Шествие на красного факела! Идем! Шествие до красного факела! 54-й федеральный закон! Путин вор! 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 Путин вор!
Эй! Полиция! Нападение на гражданина! Превращение на гражданина! Парни, как настроение? Отличное. Как настроение? Мы готовы. Путин вор! 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 Это законная акция! Вы нарушаете законы России! Полиция заблокировала движение! Thank you.
Пацан сзади. Путин вор! 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 Полиция, вы исполняете преступный приказ! Нервная обстановка, правда? Ну, чуть-чуть. Путин вор! 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 Задерживает человека с закрытым лицом. Мне кажется, вот эта рыжая прическа самый героический человек с этой рыжей прической самый героический человек, кто защищал. Надо вообще меня снимать. Противостоял полиции. Мне лучше буду делами доказывать. Что? Я лучше делами буду показывать, чем. Хорошо. Давай, пенсионный грабеж! 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 Давай, пенсионный грабеж!
Давай, пенсионный грабеж! Еще раз. Россию не продадим! Путин вор! Путин вор! Шествие отправляется по улице Ленина. Путин вор! 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 Это наша страна! 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 Кто-то впереди. Вы один из организаторов, нет? Нет. А кто вы? Мы просто идем впереди. Вы едете, вы участники шествия? Да. Вы договаривались, кто как пойдет? Нет. Почему вы с флагом? Потому что я патриот своей страны, но не этого правительства. Спасибо. Вы участвуете в шествии или вы пешеход здесь случайный? Чего? Вы участвуете в шествии или случайно здесь идете? Я участвую, везде участвую. Долой царя! 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 Правительство в отставку! Вот основная часть организаторов, по-моему, здесь. По крайней мере, судя по полиции. Перерывчик. Нет, я думаю, вот эти судуты сюда, как маленькие детки. Вот это вот. Я не знаю, некоторые, я не видел. Долой реформу! 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 Привет! Долой реформу! Долой реформу! Долой реформу! Долой реформу! Долой реформу! Участники шествия переходят улицу Советскую на Зеленый, соблюдают правила дорожного движения. Полиция здесь или что? Редкие пешеходы. Реформа лишает бабушек счастья, нячих внуков. Путин вор! 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 Полиция, как и положено, обеспечивает безопасность. По крайней мере, часть проезжей, одну полосу проезжей части они ограничивают. Верните наши пенсии! Верните наши пенсии! Верните наши пенсии! А вот и Полянский. Верните наши пенсии! Верните наши пенсии! Верните
автомобилисты едут, улыбаются и поддерживают. Верните наши пенсии! Верните наши пенсии! Верните наши пенсии! Давно в Новосибирске такого не было. Угадай, вдруг раз кого я встретил. Здорово! Путин вор! 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 Что интересно, впереди шествие не только флаг Российской Федерации, но и флаг Новосибирской области. А почему флаг Новосибирской области? Ну, потому что это место, где я живу. Патриот региона? Да. Понятно. Вы один из организаторов шествия или... Нет, я участник только. Почему вы здесь? Потому что я считаю, что это был... Ой, там что-то происходит. Там что-то происходит. Побежали, побежали. И бегают куда-то с флагами. Коммунист за народ, земля крестьянам, фабрики рабочим. Но он защищает их, он нарушение собственных законов запрещает нам ходить по городу. Они боятся, он трус, локоть 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 трус. Локоть трус, 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 локоть за Путина. Путин, он не просто ворует, он крестьянничает, он ворует у своих, у тех, кого нанял, чтобы они его защищали, у Росгвардии, он ворует. На продуктах! О! Солдат, которых призывают в Росгвардию! Он ворует! Они покупают в 2-3 раза дороже продукты! Это называется у них, по их понятиям, крестьянничество! Он крыса! Путин 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 крыса! А вы их защищаете! Нам! Кто готов пойти к ОВД, куда Бойко увезли? Пошли! Пошли! На Бойко! На Бойко! За 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 Бойко! Сейчас минуту уточним, где отделение. Сейчас мы найдем, куда его увезли. И подойдем, спросим, за что его забрали. Что ж такого он сделал, что в понедельник за ним толпой охотились. Он преступник, он, может, кого-то убил. Или он просто против Путина. Я не сделал письмо, пришло. Спасибо за внимание, я благодарен, что вы написали мне письмо. Обращайтесь в судебные органы. Бляди, украли у меня пенсию! Убить, пидораса, врезать, болеть, болеть! Пойдемте спросим, за что его забрали. Пойдемте спросим.
расспросы. Давай, пенсионный грабеж! Давай, пенсионный грабеж! Давай, пенсионный грабеж! Давай, пенсионный грабеж! Долой, пенсионный грабеж! Центральный РУВД! Туда забрали людей за то, что они против Путина! В том числе Бойко! Мичурина, 27! Центральный рынок! Центральному рынку! Кого еще забрали, кроме Бойко? Центральному рынку! Россия будет свободной! 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 Идем на Мичурина, центральное РОВД! Идем на Мичурина, центральное РОВД! Идем на центральный рынок! Идем на рынок! Посмотрим, сколько капуста с картошкой стоит, которые покупают для Росгвардии! Для Путина! Бойко там? Бойко в центральном РОВД! Дайте коридор. Зачем мне дороги? Свободу Бойко! Свободу Бойко! Свободу Бойко! Свободу Сергею 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 Бойко! Свободу! Счастье развернулось и пошло в другую сторону, в сторону центрального отделения полиции. Свободу Сергею Бойко! Свобода Сергею Бойко! Свободу Сергею Бойко! Идем на центральную ОВЗ! Против! Полиции! За что они задержали Сергея Бойко? Извините, вы случайный прохожий или участник шествия? Я участник шествия. С детьми пришли? Да. Сколько детей? Они тоже хотят дожить до пенсии. Ну, я вижу трое детей. Все ваши? Все наши. Все ваши? Да. Не беспокоитесь о безопасности? Нет, не беспокоюсь. Вы считаете себя правым? Да. Спасибо. Шествие развернулось, отправилось в обратном направлении, в сторону центрального РУВД, где, по некоторой информации, задержан Сергей Бойко, организатор или координатор штаба Навального в Новосибирске. Он прятался почти неделю, и вот его задержали. В Новосибирске проходит шествие, которое организаторы считают санкционированным, а власти считают незаконным это шествие. Несколько сотен людей вышли с протестом против повышения пенсионного возраста. Полиция пытается противодействовать, но не очень явно, потому что людей собралось очень много. Машина ГИБДД перекрыла улицу Советскую. Ну или, по крайней мере, здесь. Нет, люди, участники шествия соблюдают правила движения. Против Путина, против пенсионного грабежа. Мы просто спросим. Громко. Путин враг народа. Путин враг народа. Путин враг народа. Путин враг народа! 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 Долой борозду в коррупцию на правительстве! Даешь Пражскую весну! Долой власть воров! Долой власть воров! Долой власть воров!
Путин вор! 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 Люстрация! 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 Люстрация ворам! Здравствуйте, вы не участвуете в шествии? Нет, не участвую. А какое у вас впечатление от этого? Что вы видите? Я пока в шоке. В шоке? Почему? Потому что, мне кажется, они несерьезны. Несерьезны? Вы думаете, люди шутят? Ну... А зачем они вышли на улицу, как вы думаете? Чтобы быть причастными к чему-то важному, по их мнению. Спасибо. Вы не участвуете в шествии? Да. Участвуете в шествии, да? Да. А, зашли за кофе? Да. Хорошая идея, зайду и я. Так. Пока. Я хитрый, я заранее заплатил. Так. Здравствуйте, это Академия кофе. Здесь можно, это реклама, ребята, про вас. Здесь можно за 100 рублей брать кофе целый день. Вот смотрите. Я наливаю. И пошел дальше. Сегодня утром я заплатил 100 рублей. Помашите ручкой. Это Академия кофе, улица Ленина. Какой адрес? Ленина? Ленина 3. Замечательно, кафе. Пошли дальше наблюдать за шествием, если батарейки хватит. Нет пенсионного позору! Нет пенсионного позору! Нет пенсионного позору! Нет пенсионного позору! Осторожно, можно я засниму этот плакат? Крым, деньги есть. ЧМ, деньги есть. Чемпионат мира. Ну понятно, чемпионат мира, деньги есть. Война, деньги есть. Пенсии, денег нет. Кто автор плаката? Вот мы. Вы? Классно, ладно. Пойду я в голову колонны, там может быть что-нибудь интересное, потому что странно, что полиция не противодействует. Потому что сейчас уже организаторы повернули не в ту сторону, которую заявляли. Они раньше заявляли прохождение до красного факела. Но один из лидеров штаба Навального был задержан. И шествие развернулось и пошло по незапланированному маршруту в сторону улицы Мичурина, там, где расположен центральный РУВД. Как будут события дальше разворачиваться, я не знаю. Давайте смотреть, пока не села батарейка. По ходу шествия, интересно такое наречие новое, по ходу шествия в Новосибирске погода улучшилась, дождь, который шел с утра, прекратился и солнце появилось. Участники шествия соблюдают правила уличного движения. Они переходят улицу на зеленый свет. До перехода осталось 20 секунд.
несколько машин полиции на площади, а никакого ОМОНа или крупных других сил полицейских не видно. Всего лишь несколько пенсионных, несколько полицейских сопровождают. Пенсионный грабеж! Давай пенсионный грабеж! Давай пенсионный грабеж! Давай пенсионный грабеж! Давай пенсионный грабеж! Потерял я хорошего знакомого даже. Извините, пожалуйста. Пока тишина. Извините, пожалуйста. К вам как к организатору подходил кто-нибудь? Нет, ко мне никто не подходил. Понятно. Ну, митинг же согласованный, но все нормально. Шествие сейчас пошло не по согласованному маршруту. А мы не шествие, мы просто идем к Сергею Бойко. Это не шествие, просто мы вместе идем. А, мы тут гуляем, да? Гуляем. Просто решили погулять по родному городу. Спросить, почему задержали Сергея Бойко, за что. Спасибо. Просто много таких людей, которые хотят спросить. Все, ребят, все! Ребят, не убегаем! Работают и полицейские операторы. Да, снимайте их. Коллега, здравствуйте. Я боюсь, что не хватит батарейки, а у вас как? Хватит. Колонна очень большая, вот сейчас охватила полплощади, и люди еще идут с Ленина, я вижу, на переходе они. Повернули на Красный проспект. Посмотрим, что за люди собрались здесь. О, есть люди немолодые. Вы пришли на шествие специально или вы случайно здесь? Специально. Почему вы здесь? Потому что меня не устраивало то, что творится в нашей стране. Вас не устраивает? Абсолютно. Извините за нескромный вопрос. Могу узнать, сколько вам лет? Да, 68. 68. Чтоб я так жил. Жульники и воры. 5 минут на сборы. Жульники и воры. 5 минут на сборы. Жульники и воры. Что это у вас такой известный новосибирский лозунг, да? Наверное. Бала зая. А это ваши зайки. Правильно понял? Вы не побоялись сюда прийти с детьми? Почему? Почему должны бояться? Пусть они боятся. Хороший вопрос. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! О, Тимур, здорово. Как вы, кстати, ваше... Привет. Живой. Здорово. Какое впечатление? Отлично. Бутро, ходил на... Бутро. А, ходил на выборы? А, нет. Я думал за этого лысого проголосовать, но нет, передумал. Давай пенсионную реформу! Давай пенсионную реформу! Это Константин Еременко, как-то не узнал. Давай пенсионную реформу! Так, друзья мои, я пока перейду на ручное держание своей камеры, потому что ее надо подзарядить.
сейчас картинка немножко будет друг похуже, извините. Но нам же надо до конца посмотреть, что здесь будет, поэтому аккумулятор надо беречь. Путин вор! 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 Людей очень много, по-моему, уже не меньше 1000. Я сказал, не меньше 1000. Так.